हम लोग अभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। कहते हैं जो गिरिराज गोवर्धन है, आप लोग देखना, जो गिरिराज गोवर्धन की आप क्या करें, पर्वत का शिलाओं को दर्शन करो, आप उसमें हाथ लगाकर देखना, वो खतरनाक है। लेकिन गिरिराज गोवर्धन का कोई भी एक शिला उठाओ और आप अपना उसको देखना, बहुत बसमतरी चमकी Все на Гирираджа, а если берутся какие-то осколки скал, они очень острые. А у Гирираджа, какую бы шилу ни взять, они все округленные, там нет острых концов. Гирирай, вот посмотрите на Гирираджа Говардхана. Его форма. आपको सर ऊंचा हुआ नहीं दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ये पिघला हुआ रूप दिखेगा। बोले ये पिघला हुआ रूप क्यों दिखता है? तो भगवान कृष्ण इसको ऊपर में गोचारण किया ठाकुर जी। Вот там, когда Кришна пас коров на Гирирадже, когда он совершал свои чудесные лилы, от прикосновения их стоп, что было с Гирираджем, то он был, испытывал прему и от этого оплавился. Поэтому он округлил. Та я адрия была Харидаса Варья. Браджа Гопи говорят. Кто такой Гирирадж Говардан? Хантая Мадрия была Харидаса Варья. हरिदास वर्या, ये गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ। पहला हरिदास है युधिष्ठिर महाराज। हरिदास वर्य तक तो उद्धव जी। लेकिन हरिदास सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? कौन सबसे विशेष है? गिरिराज की जय। बोले ये हरिदास वर्य Почему Харидас Варья? Причина. Когда Кришна пас коров, здесь проявлялся красивые троны из драгоценных камней, на которых Кришна сидел. Кришна. Фон для его наслаждения фонтаны, ручейки были, и для мягкости его, стоп, он язык Гирираджи высовывал, чтобы Кришна шел. А что это за трава? Это для... Это, говорит, волоски, вздыбающиеся на теле Гирираджа Говардхана. Мы совершаем панчамрита. Что это за панчамрита? Сначала дахи. Откуда дахи? Кришна совершает... Кришна приходит на Гирираджа Говардхана. Коровы едят траву, молоко дают, листья тут в форме тарелочек. И в дахи превращается, там со сливками. Потом пчелы здесь летают, улья, мед, медом поливаются. Да. То есть все, все необходимое для панчамриты сейчас есть. Точно так же, когда к вам гость приходит, вы ему воду даете. И вот тут есть Манаси, Ганда, Рада, Кунда. Апсара Кунда, Навал Кунда. Все необходимое для гостей. Там Кришна совершает джал-бихар. Кунджа совершает лилы. И цветы предлагают стопам. Цветы падают на Кусума Саровара. Там красивые цветы растут. Для служения Кришны Радарани собирают. Все необходимое для служения Кришне. Поэтому и говорится, он Харидаса Варья.
इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे थे हंताय 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 हैं ये गोपियां राधा रानी कहते हाय रे Хайре, о, это так сокрушает страдание. Вот моя жизнь, она неудачлива. Я не смогу так служить. Вот, а даже облака могут служить Кришне. Они для него тень создают. Или дождиком его поливают. Вот как сейчас говорят, несли ткань, чтобы над Кришной был как бы зонтик такой. С деревьев мед капает. И тогда Кришна танцует здесь радостно. А его преданный совершает ему арати глазами. अगर किसकी सार्थकता है ना इन लोगों का जीवन सार्थकता है हमारा जीवन तो есть как бы самое главное в жизни наша жизнь она тьма темная без этого как же мы можем получить такое служение Кришне когда мы по милости гу саду получаем по бхакти Как саду? Кто такой самый высший саду? Гирирадж Баба. Махарадж Ки Джай. Вот он, самый лучший преданный слуга Господа. Он, и поэтому Кришна там совершает свои лилы. Гирирадж Баба, ки живан сартхата хай. Гирирадж ки живан сартхата Кришна. Джахан пар мадур мадур Кришна лила ки. इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव गवरियल गिरिराज ये पत्थर क्यों हो गए почему ये पत्थर कोई परिक्रमा कर पत्थर क्यों हो गए गिरिराज गोवर्धन почему परिक्रमा सरसा गुरुदेव कहते दो कारण है बोले पहला कारण है कृष्णा जब कुंजो कुंजो में लीला когда Кришна совершает बात रूप में हम स्नान करते हैं लीले в куджах там ведь тоже нужно омовение совершать पत्थर पत्थर है मिट्टी मिट्टी है हैं पत्थर पत्थर है जब हम स्नान करते हैं для того чтобы इसलिए हम जानते जैसे इच्छा जैसे स्नान करते हैं हम पता ही पत्थर है ना जैसे нам ведь нужно इसलिए कृष्णा места для омовения как кунджо кунджо में गिरिराज и в как Кришна кунджи там где совершает раса лила गिरिराज बन जाऊं ना फिर कृष्णा निश्चित रूप में एकदम बिना हैं निश्चित रूप में कृष्णा लीला यहां पर विलास करेंगे अगर कोई व्यक्ति अगर सामने खड़े हो हम जैसे तैसे थोड़ी स्नान करते हैं कपड़े से ओढ़ करके तो есть нам же надо и одежду там чтобы там никого вокруг не было и чтобы одежда там была чистая свежая и вот Гирирадж он и принимает такой образ неподвижный но всем обеспечивает потом если рассматривать 8 форм результатов премы одно из них стамба это неподвижный Это замер как камень. И вот Гирирадж испытывает прему, он в этих бхаве стамба. Поэтому он неподвижно. और इनकी कृपा के बगैर его милости भगवान की मदद никто не сможет в мадур расу войти और गोपी प्रेम का दर्शन किया राधा रानी की भाव को देखा поэтому Удава когда пришёл и он захотел обрести прему гопи прему он знал что без милости Гирираджа это невозможно где он совершает свой баджан там на Удава кунде Нарада Нарада тоже. Он тоже хочет быть поглощенным в Аштакалия Лилу. Как же войти в нее? То без милости Гирираджа невозможно. На Нарада Кунде совершает. Или Шрила Санатана Госвами. Сколько у нас не было Госвами, все они совершают, все они приняли перебежище у Гирираджа Говардана.
среди всех, кто исполняет желание Высшим Гирирадж Говардан. Как его зовут? Гирирадж. Гирирадж, что обозначает? Гири – это гора, а он Раджа, царь, царь среди гор. Во Врадже три парваты. Брамачал пад, Нандишвар пад и Гирирадж. Нандишвар – это сам Боли Баба. Баршана – это сам Брамаджа. А Гирирадж Говардан – сам Вишну. Он совершает севу Рады и Кришны. В какой форме? Вражи в форме пастушка? Нет. В форме травинки? Нет. Варбрама говорит, я хочу просто на окраине Враджа Мандалы быть камнем. То есть Гирирадж, он с одной стороны Кришна, Сварупа, с другой стороны Вишну. Все. Точно так же, как Кришна является самой высшей, поэтому Гирирадж свыше среди всех остальных. Второе во имя Говардан. Гу – это чувство. Тот, который задействует служение чувства. Кришна и Кришна. Вот. Кришна. Кришна – это этот объект служения, а Кришна – те, которые служат Кришне, вот как Шива, Шайва, Кришна, Кришна. Мы здесь приходим, молимся Гирирадж Говардан. Мы совершаем парикраму, ум наш не здесь находится, тело только совершает. Но Гирирадж очень милостивый. Пусть он простит нам наши апарадхи, пусть бхакти даст, према бхакти, саду сангу даст. Гирирадж Махарадж ки джай, Шри Говардхан ки джай, Гитай Гаур Брахманд ки джай. Чало, чалди, чалди. Чалди.